Всем привет, с вами Прия. Я думал то, что соло-контент по этим видениям уже кончился, и видосиков, в принципе, не будет по ним. Но прохождение видения без использования сфер — это весьма интересно, потому что те тайминги, которые мы получаем от Дара Титанов, они являются очень ценными, и то здравомыслие, которое мы получаем от убийства элитных мобов при раскачке архива Титанов — оно тоже является весьма ценным. Не думал то, что получится у меня вообще такое реализовать на ДК, так как ДК — это не самый быстрый класс, и использую я те же самые эссенции, что и в Solo Target, то есть ничего абсолютно не меняю. Но в итоге удалось пройти без сфер, и в ускоренном формате это продемонстрировано в дальнейшем видеоряде. Собственно, если вам интересно глянуть какой-то видосик с объяснением каких-либо механик, то в описании я закину видосик, где при прохождении на 5 масок я абсолютно все постарался объяснить, каждую механику. В общем, на выбор вам предоставлено в текущий момент прохождение видения без использования сфер, ну а в описании с объяснением просто механик. Сферы там все-таки использовались. Но давайте подумаем, почему все так получилось, почему сферы не использовались. Все потому, что плащик очень сильно апнут, ну и эквип имеется высокий, а также опыт. Вот так вот. Так что желаю вам удачи. Я уверен, что у вас в скором времени тоже так же все будет хорошо получаться. Берегите ноги. Приятного дальнейшего просмотра. Не забывайте про ссылочки в описании.
Я чё, сфера ни разу не юзал, серьезно? Хм. Прикольно. Макс. Что такое? Ну вы чекайте, ну просто ни одной сферы не юзнул. Магистр нахуй этой игры. Просто магистр. Вот кто я. Если будут спрашивать, я магистр. Магистр этой игры, просто магистр.